Знакомьтесь с Барбарой Лампель, предпринимателем, доцентом, первым номером в списке женщины финтех DICA Social Media Ranking. Барбара является поклонником финтех и деривативов. Получила ученую степень по математике, финансам и психологии в Константском и Цюрихском университетах. Сейчас она является соучредителем бизнес-инкубатора «Штарплац», основателем «Empathic Business», также работает доцентом в Билефельдском университете и Университете прикладных наук Фрезениуса. Кроме того, Лампль ведет собственный блог.